Здравствуйте, друзья! На кухне. Что мы делаем? Делаем синий. Итак, я порезала синий. Видите, вот на такие штуки. Кругляшки. Посолила. Добавила. Вот здесь порция, и здесь у меня уже расставила я. Добавила я подсолнечное масло. 2 столовые ложки. Соль. Вот такая у меня есть паприка. Пряная паприка. Такая простая. А я добавила пряную, наверное. Нет, простую, наверное. Вот это, наверное, я добавила вот такую смоки паприку. А, вот. Можно добавить сухой чесночок. Перемешать все. Хорошенечко. И вот так я выкладываю на пергамент. Для того, чтобы отправить в духовку. Так, вот дальше мы с вами доужим. Все. Здесь у меня 2 синих таких, средних. Так что они у меня все поместились. Прекрасно. Здесь вот не было ничего, я добавила еще сюда. Это синий, еще намазываю, смазываю все. Тут забираю, тут масло, соль. Паприка. Так, вот все распределила хорошенечко. Все поместились. Синие все. Сейчас я зажгу, включу духовку. Нужно включить на 180 градусов. Но это у меня не бакери. А может быть, как же поставить? Поставить на бакери 180 градусов. 356. Так, ладно, давайте мы вот так. Бакери. 355. Все, она включается и будет нагреваться духовка. Все. Поехала. Значит, 180 градусов, 15 минут. Вначале будет пропекаться синий. 180 градусов, 15 минут. А дальше я буду смотреть. Потому что это электродуховка, я не знаю, что получится. Может быть 15, а может быть и больше. Будет эксперимент. Пока у меня разогревается духовка, я натираю сыр вот на этой терочке. Тут просто вот натираю, другой у меня терки нет. Я вот натираю сыр на этой терке. Потом у меня будет сливочное масло, которое я растоплю вместе с сыром. И потом я покажу, что я буду делать. Вот сыр натерла. Теперь мне нужно будет взять посудину и растопить сливочное масло и смешать с сыром. Соль я не буду добавлять, потому что сыр не соленоватый. Синий я посолила. И дальше я покажу. Сегодня такой эксперимент. Я оставила синий с кожурой. Если мне это не понравится, значит, в следующий раз я покажу, что я буду делать с синими перед тем, как их вот так обвалять во все. С солью, с паприкой, с чесночком. Вот. Покажу, что я буду делать в другой раз. Это будет эксперимент. А потом я, наверное, соединю 2 видео, чтобы вы увидели, как с кожурой, что получилось, что получается без кожуры. Это будет очень интересно. Смотрите. Итак, синий в духовке. И время я поставила. И это общее будет время, потому что я буду вынимать еще лоток с синими. Вот. И потом снова ставить. Поэтому надо, если я не поставлю побольше времени, значит, нужно будет снова включать плиту. Снова это, снова это. Поэтому я поставила сразу большое время. Это не значит, что час и 6 минут они будут там. Вот что такое. Вот. Так что я буду смотреть. Время я засекла. Купила вот сливочное масло.
И сейчас у меня сюда пойдет сыр. Не мешала, я взяла сливочное масло, но можно взять майонез. Будет очень даже тоже хорошо. Майонез. Очень будет хорошая замазка. Так, я достаю синих и накладываю на синих вот то, что у меня есть. Сыр вместе с сливочным маслом. Если нет сливочного масла, ну, не хочется сливочного масла, значит майонез. Майонез, укропчик нужно добавить. У меня нет сейчас укропчика. Укропчик, и будет очень вкусно. Ну что, вот сливочное масло с сыром. Я отправляю в духовку на 5-10 минут. То все, вот синие готовы. Полчаса, и к ужину у вас шикарные синие. Так вот сыром, майонезик будет больше пропитываться. У меня только масло с сыром. И в следующий раз я все-таки почищу кожуру у синих. У кабачков точно, и у синих. Это будет точно. Тогда будет все вкуснее. Я так думаю. Вот полчаса, пожалуйста. И приятного аппетита. Понравились вам такие синие? Хотите вы так делать? Тогда поставьте лайки и подписывайтесь. И приятного аппетита. Ну что, друзья, я начала ужинать. Я вам хочу сказать, да, это мой ужин. Немножко помидоры, рыба. Вот синие. Кожицу я отложила. Я не стала ее употреблять, ведь она жесткая. Значит, ее надо будет чистить. А сам синий вот этот очень сочный, очень вкусный. Так что попробуйте, только убирайте кожицу. Итак, в следующий раз я буду делать без кожицы. Вот такой опыт у меня.